Он сегодня дома, он сегодня один. Он немного болен, немного устал. Сам себе трубадур, сам себе господин. Он коньяк с надуром зачем-то смешал. Землю сквозь дни и года, семь столетий назад, безвозвратно ушедший, вспоминает об этом Раймон иногда, а друзья говорят про него сумасшедший, и снова битва идет для него каждый день. Только ныне масштаб поражения не равен, от былого осталось лишь зыбкая тень. Возвращаясь назад, он неспешно идет, игнорируя огненный взгляд светофора, ибо знает, что знамя его упадет, и растопчут его крестоносцы в анфора, и отбывает он вновь передний свой карантин. Печально глядит в экран, запомнил времени стертый.